мы рады вас приветствовать, конечно, вас и вот большой коллектив специалистов, которые сегодня опробуют первый лед. Честно говоря, мы его готовили не для целей вот подобного рода, потому что у нас идет в соответствии с программой комплексное опробование. Поэтому главная задача сегодня проверить работу хладоцентра, проверить работу всех коммуникаций наших. Но с учетом, так сказать, предложений, которые были и от оргкомитета, и, так сказать, вот от нашей специальной службы, мы сегодня с большим удовольствием вас здесь всех принимаем, встречаем. И хотим сказать, что вот этот уникальный дворец, потому что, насколько я знаю, специальных дворцов для фигурного катания, я, во всяком случае, не слышал ни разу. Поэтому это специальный дворец. То есть здесь ни хоккей, ничего не предполагалось. Здесь этот дворец сделан специально для фигурного, для фигуристов. Поэтому работает здесь известная компания «Ингеаком». Понятно, что во взаимодействии с ними здесь было большое количество субподрядчиков. Это и металлисты, это сегодня и, так сказать, отделочники. То есть это огромное количество людей, которые возводило и возводят этот объект. Мы должны в этом году его сдать, к концу лета мы его должны ввести. И уже первые соревнования должны пройти этим годом. Поэтому мы с большим удовольствием, встречая вас, говорим вам добро пожаловать. Очень хотелось бы, так сказать, чтобы вам все здесь понравилось. Хотя, конечно, сложно пока еще из того, что вы видите, понять, что здесь будет в конце концов. Но мы уже имеем дизайн-проект, мы знаем, что это будет прекрасный дворец спорта. Мне удавалось много строить в своей жизни спортивных ледовых сооружений. И, как правило, я первый всегда выходил на лед на коньках. В этот раз я с удовольствием эту пальму первенства передаю Татьяне, потому что лучшего предложения и быть не может. Тем более, что в 2009 году при закладке камня, насколько я знаю, вы здесь были, вы это все, так сказать, вот предшественником всего этого события были. Поэтому сам факт сегодняшнего вашего присутствия здесь, это очень символично. Очень символично. И приятнее, и важнее гостя, на мой взгляд, в данном случае, вот в этой ситуации, придумать просто невозможно. Поэтому я с большим удовольствием сегодня еще раз хочу сказать, видим вас, приветствуем вас, предлагаем вам опробовать этот лед и, ну, быть нашими гостями здесь. Спасибо большое. Мы обязательно вас пригласим на открытие уже полностью всего комплекса, на ввод этого объекта. Я надеюсь, что я буду первая, кто здесь, может быть, уже будет со зрителями выступать, да, и делать, да, какое-то шоу. И, конечно, безумное, на самом деле, волнение внутри сейчас у меня, потому что я представляю, что через 2 года здесь будут совершаться вообще такие чудесные вещи и Олимпийские игры, которые для всех вот этих вот будущих звездочек. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас обязательно станет когда-то чемпионом, олимпийским чемпионом. Вот, и мне, конечно, очень приятно, что символично. Слышно? Да? А, до этого не слышно. И мне, конечно, очень приятно, что именно я была на закладке капсулы, и сегодня первая выхожу на этот лед. И я надеюсь, что я принесу своей правой. Нет, знаете, я всегда на лед выходила с левой ноги на соревнования. Менять не надо, да. Вот. И я хочу сегодня вот принести удачу своей левой ногой всем нашим российским спортсменам, фигуристам, чтобы они принесли нам много медалей и, конечно, побольше золота. Все. Да. Вот. Теперь, пожалуйста, просим. Аккуратненько, лед не Звездочка,
давай на. Молодец, все, поплохо. Следующий, кто у нас будет? На старт. Внимание, марш! Хотя могли место девочкам, конечно, уступить. Ладно. Так, а теперь, дорогие мои, у нас тут есть Даша. Она, у нее есть пожелание для телевидения. Можно она скажет слово? Даша скажет слово в камеру. Мы катаемся на маленьком льду. Когда мы выходим на большой лед, нам тяжело раскатать всякие элементы. И мы просим оставить этот лед для нас. Вот так. Молодец. Видите, какая смелая, умница. Молодец. Так что мы просим этот лед оставить и не разбирать его, чтобы здесь могли тренироваться и воспитываться будущие чемпионы. Вот. Теперь мы сфотографируемся все вместе, да? Вам всем понравилось кататься на большом кругу? Всем понравилось на большом кругу кататься? Еще слово, смотрите, сколько у нас молодых. Большой тоже не убирайте. Да. Что бесплатные тренировки были. Молодцы. Это прекрасно, что наконец-то в таком нашем замечательном, любимом городе Сочи появился такой красивый в будущем дворец. Большой, как сказали детки. Потому что действительно это огромное удовольствие, когда ты разгоняешься, ты чувствуешь скорость. И пожелание оставить этот каток, чтобы молодые, маленькие фигуристы могли здесь, в городе вашем, кататься, тренироваться, готовиться к Олимпийским играм, к чемпионату мира. И, конечно, я надеюсь, что сюда будут приедут профессиональные педагоги, то есть люди, которые специалисты, могли бы готовить подрастающее поколение. Это мое пожелание. Каток замечательный, очень уютный. Несмотря на то, что еще нет трибун, несмотря на то, что все в цементе. Очень, правда, вот как-то действительно комфортно здесь. Очень жалко, что я не буду здесь выступать, соревноваться, но, конечно, я горжусь. Вот арена, которая уже, я надеюсь, что, конечно, еще 2 года и... Уже не 2 года, у нас я уже... У нас меньше. Уже у нас, я имею в виду на все строительство. Я вам желаю, конечно, спасибо. Удачи и сил, и здоровья. Спасибо.